Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля. Мы продолжаем говорить о клевете. Сегодня маленькая ремарка, достаточно маленькая, но очень важная. Дело в том, что клевета является в большей мере, чаще всего, орудием влиятельных людей. Потому что, как правило, клеветник, предлагая другим информацию, не удосужится привести какие-то доказательства, кроме собственных слов. По крайней мере, сталкиваясь с такими людьми в моей жизни, я не видел, чтобы они приходили с пачками документов или показывали какие-то фотографии, приводя свидетелей. Это, как правило, люди, которые обладают в жизни того, кому они доносят клевету, каким бы то ни было авторитетом, чтобы их слова были приняты с верой. Очень часто это очень влиятельные люди, очень часто это очень серьезные люди, но, скорее всего, это просто те, кто имеют пусть на несколько миллиметров, но больший вес в жизни тех, кому они это говорят. Потому что, когда придет к вам человек, который не обладает вашей жизни авторитетом и будет говорить что-то негативное, скорее всего, вы расцените его негативно. Но если придет тот, кого вы уважаете, тот, кому вы прислушиваетесь, вы будете его слушать. Поэтому для нас с вами очень важно сконцентрировать нашу жизнь не на людях, которые нам служат, помогают, а на Господе, который этих людей посылает. И тогда вы будете в какой-то мере, пусть не совсем, не совершенно, но защищены от клеветы.